история о выходе на пенсию с биткоином, на этот раз из Турции. Мехмед Хамдибол, основатель Paranet, вышел на пенсию раньше благодаря прибыли от собственных инвестиций в биткоин. Бол поставил себе цель стать интернет-инвестором и уйти на пенсию до 40 лет, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Поэтому он вложил средства в биткоин в 2014 году, когда криптовалюта еще не была так известна, как сегодня. Поскольку Мехмед регулярно инвестировал в биткоин, его доходы увеличились, и он вышел на пенсию в 40, как и планировал. Бот советует всем следовать за своими мечтами и быть терпеливыми в их достижении. Именно так поступил и он.